Большой пожар на станции Минина в Емельяновском районе. Накануне около 7 вечера там загорелся склад-магазин пиломатериалов. Огонь распространялся с огромной скоростью. Спасать пришлось не только товар, доски, сайдинг и элементы кровли, но и соседние постройки, которые тоже вот-вот могли вспыхнуть. На месте работали 4 десятка спасателей. Туда выезжали 15 автоцистерн и даже привлекали пожарный поезд. Огонь бушевал на площади в 1400 квадратных метров. Потушить его удалось только через 10 часов к 5 утра. Причина пожара сейчас выясняется. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений имелась угроза распространения огня на большую площадь. Было принято решение привлечь к тушению силы и средства по рангу номер 2 и пожарный поезд станции Красноярск. Пожар локализован на площади 1400 метров квадратных. К тушению пожара привлечено 43 человека, 15 единиц техники.